Всем привет, ребят. Ну что, на канале Castle Clash официально мы опубликовали новую инфу по поводу новой локации, по поводу нового фона. Я это все посохраняю и вам покажу. В принципе, вчерашние картинки я не буду показывать. Единственное, новый фон и описание здесь немножко добавили. Что будет и как происходить. Так, сейчас мы зайдем на немочку, глянем, что здесь интересного есть нового. Так, в общем, новогодний фон, вот так вот он будет выглядеть. В принципе, вы вчера его тоже, думаю, могли видеть, то есть локация получается, и новогодний фон. Это плюс-минус одинаковый 2020. Ну, понятно, что он будет донатным, скорее всего, а возможно раздадут всем, кто его знает. Чем поехали, почитаем описание, что у нас интересного написали. Такс. Tower Defense. Событие линии обороны будет длиться 12 дней. У вас нет ограничений на количество входов в каждый этап, но вы сможете получать награду только раз в день. Несобранные награды за этап будут сохранены, но не смогут накапливаться. Вот так вот. Вы сможете выбирать до 10 различных героев. Размещайте героев, которых желаете использовать в линии обороны, на базе героев. Когда герои будут размещены, вы не сможете убрать или заменить их позицию. То есть, каким образом, насколько я понял, это все будет осуществляться? У нас будет карта, на ней будут определенные, скажем так, таблетки. Ну, судя по всему, их будет 10, а возможно и 6, кто его знает. Тут вот непонятно, но судя по тому, что было, там 8, по-моему, было вчера героев. Возможно, и 10 сразу будет. Они будут либо рандомно размещены, либо в одной локации, ну, то есть на определенном месте. И герои, которые там есть, вы их поменять уже не сможете. Вопрос, это на все время этих 10 героев? А, при каждом, вы можете выбирать при каждом, то есть при каждой волне вы можете выбирать. Ну, в общем, вот так вот. Монстры будут атаковать волнами, то есть по сути это будет то же самое, те же самые волны и дополнительно вы будете, как бы, я не знаю, вот каким образом, будут ли здания здесь размещены или просто таблетки и герои, то есть и каким образом будет заканчиваться бой, или же всех убивают, или же разбивают здания, вот это вот немаловажно. Участникам будет необходимо стратегически верно разместить героев от начального до завершающего портала. В общем, вот так вот. То есть, судя по всему, у нас будет идти по линии нападения, и вы будете, да, вы будете размещать таблетки. Ну, не знаю, не знаю. Тут вот очень много нюансов. Каким образом эти волны будут, и какие они будут, и какие герои, вот это вот интересно. Чтобы помешать монстрам прорваться. Типы монстров будут отличаться в каждой волне. Они будут снижать характеристики ваших героев, а другие наделены повышенным запасом здоровья. В общем, по сути, дебаферы. И тут, понимая, что надо иметь хороших ворожеев, оккультистов, бардов, героев, которые дают отхил и дебафят, и снимают дебафы. Для победы в этапе необходимо, чтобы здоровье конечного портала не упало до нуля к концу боя. В случае успешного прохождения игрок получает награды. Ну, блин, заинтересовали, честно говоря. Вопрос остается открытым по наградам. Вопрос остается открытым по тому, какие же там все-таки будут монстры и насколько там будет усиление. Вот это вот самое интересное. Так, поехали. Обновилась у нас немочка. Я еще чекну немочку. Хочу посмотреть, что здесь сегодня интересного поменялось, не поменялось. Что добавили. Ну, вход я вам показывал. Сегодня дали 500 халявных самов на немке. Вот так вот. Ни с того, ни с сего. И есть еще какая-то новая акция. Не понял. Clasher Tag. Ой, какой-то новый ивент. А,
Ну, насколько я понял, он связан с Фейсбуком. Что-то новое добавили. Деньги, bad decision. Скорее всего, или новый. Это о новом фоне говорят, вот непонятно. Плат 4. 1000. Судя по всему, будут выбраны Блин, самому интересно. Сейчас зайду на немецкий. Это скорее всего, что немецкий Facebook. Вот это все дело перевести. Сейчас, секунду, ребят. Так, с Facebook немки. Это Castle Cats. Немножко не на то зашел. Так, Castle Clash. Дауч. Сейчас посмотрим. Так, что тут нам предлагают перевести? Покажите нам украшение вашей базе, у вас есть шанс получить большую награду. Да, это Бореальная лиса, фрагмент кожи 320, кровавая Мэри 1, плюс фрагмент отложения, ромбард плюс дикий. Нифига себе, вот это вот плюхи, я вам скажу. Сейчас я вам покажу. Но это на немке они действуют, скорее всего. Я открою. Захват экрана. Вот, украшение, у вас есть шанс получить большое. Первое место — новый герой в следующем обновлении. Реальная лиса, то есть будет какой-то новый герой. Блин, ну, как обычно, не обошлось. Кровавая Мэри, третья ромбард, с 4 по 10 образованная фигура, награда участникам 1000 драгоценных камней. Будет разослан 25 декабря. Игроки занимают 4, получают код 25. В общем, 25 числа, ребят, будет новый герой. Ну, не 25, 19, скорее всего. Здесь будет 25. Это будет среда, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть будет новый герой, и его на немке, как видите, дарят просто так. Ну, что могу сказать? Немцы красавчики, то есть это Facebook, я не знаю, насколько я понял, немецкий. Возможно, и на других серваках дадут, кто его знает. Так, что у нас еще? И есть еще. То есть нам добавят какую-то, судя по всему, лису. Бореальная лиса. Ну, я не знаю, что это такое. Я сразу со скином за первое место кому-то подарят. Донатный это будет герой или нет? Мы, в принципе, скоро это узнаем. Так, тут у нас накопление новое. Ну, что сказать. Накопления тоже неплохие. 64 сундучка таких с этими скинами. Тоже классная тема. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Что я могу сказать? На немке, как обычно, трэш. Обновление обещает быть обратно же интересным. Понятно уже, что есть новый герой. Вопрос, донатный он или не донатный, но уже понятно, что есть инфа, и посмотрим, что уже будет в самом непосредственно обновлении. А пока нам остается только догадываться и ждать насчет новой локации, насчет плюшек, насчет всего. Но видите, на немке уже приоткрыли занавесу, что все-таки герой будет. Ну, кто сомневался, что IGG не выпустит героя? Я лично не сомневался, что они этого шанса, момента не упустят.
И не факт, что он один герой будет, но если его дают в одном экземпляре и ставят выше, чем Бар, чем Мэри, то, скорее всего, он будет донатный, насколько я понял. А возможно и нет, не знаю. В общем, ждем обнову, и там будет дальше видно. Все, всем удачи, всем пока.